С вами CoinPost, и это обзор на криптовалюту Solana в Blitz-формате. Спасибо нашим подписчикам в Telegram, что выбрали этот проект. Чтобы принимать участие в таких опросах, под видео есть ссылка на наш канал в мессенджере. Присоединяйтесь и не забывайте ставить лайки в поддержку обзоров в Blitz-формате. Блокчейн Solana представляет собой именно инновационную технологию, благодаря двойному механизму консенсуса. За быстрые и дешевые транзакции отвечает механизм Proof of History. А чтобы проверить его надежность, дополнительно используют Proof of Stake. Сеть насчитывает более 1000 нод, заявленная пропускная способность 50 тысяч транзакций в секунду. Комиссии реально дешевые, на уровне 0,25 доллара. Solana – это уже фактически завершенный блокчейн с полной функциональностью. Но в обозревателе сети вы можете увидеть надпись «Бета». Это не тестовая сеть. Solana действительно была запущена в марте этого года в формате бета-версии основной сети. Но фактически, это и есть полноценная сеть. Вот ответ разработчиков на данный вопрос. Режим бета будет сохраняться около года для тщательной проверки всех сетей. Но партнеры уже запускают свои проекты в блокчейне Solana и работают в ней как в основной сети. Экосистема Solana насчитывает множество проектов, которые находятся на разной стадии разработки, в том числе и уже полностью активные. Там будет полный набор, то есть кошельки, DeFi, биржи, NFT-площадки и так далее. Вот, к примеру, запускают еще один сервис про коллекционные токены. Или другой проект о продаже токенизированных акций Facebook, Google, Netflix, Nvidia, PayPal, Square и Tesla на блокчейне Solana. Там будет чем заняться, и сеть даст полезность пользователям. Главное, чтобы они пришли. Меня не сильно впечатлили цифры по количеству людей в сообществе Solana. У такого проекта последователей должно быть в разы больше. Может быть, не дорабатывают маркетинг. Хотя с привлечением средств на финансирование дальнейшей разработки проекта у них проблем нет. Новые миллионы долларов приходят регулярно и направляются на поддержку новых проектов внутри их блокчейна. А с учетом того, что Solana ориентирована как на рядовых, так и на корпоративных пользователей, большие кошельки тоже найдут свой интерес в проекте. По цене Solana имеет сильную, уже тройную поддержку на 21 долларе, и после каждого падения рынка показывает быстрое восстановление. Но тем не менее, она также уязвима передвижением биткоина. Монета не смогла развить предыдущий восходящий тренд и сейчас продолжает снижаться вместе с рынком. Для роста Solana на текущий максимум в 58 долларов и выше проекту нужны благоприятные условия по всему рынку. Ждем, куда биткоин выйдет из боковика. Это же касается и поддержки на 21 долларе. При худшем сценарии капитуляции рынка она может не устоять. Не финансовая рекомендация, а лишь личная точка зрения, что Solana достойна ворваться в топ-10 криптовалют. А курс может достигать 100 долларов и больше в долгосрочной перспективе. Но тут важно то, как ее будут воспринимать инвесторы. Пока это больше молодой проект с хорошим потенциалом. Надо, чтобы у Solana появились долгосрочные инвесторы. Такие, что держат эфириум на втором месте. Хотя по работе блокчейна он проигрывает большинству конкурентов. Но в эфир верят, а на Solana пока просто хотят заработать. Если нравится такой формат, ставьте лайки и делитесь этим видео. Напоминаю, что новости, аналитику, прогнозы и много другой полезной информации по криптовалютам можно найти в нашем Telegram. Ссылка сразу под видео. Спасибо за просмотр. Ваш CoinPost.